Когда шли обстрелы, мы же кормили, поили, мы ни один день не оставляли без этого. Выбирали моменты, когда вот идут и рядом раз падают, люди падают рядом с этим. Ну, у нас никто не погиб, кроме животных, людей никто не погиб. Много погибло животных? Ну, погибли у нас, погибло 5 верблюдов только. Семья, короче, две семьи, две мамки, отец один у них общий и двое детей. Ламы погибла полностью, семья тоже, 3 штуки. 4 страуса погибло, шотландский скот, 6 обезьян, леопардика порвало на кусочки. Уже более-менее стабильно, все равно идут и стреляют, и попадают. Вот 3 дня назад попала прямо под зоопарк одна мина. Тихо.